Власти непризнанной НКР не отказываются от территорий, перешедших под контроль азербайджанской страны, и намерены путем переговоров восстановить всю территорию Карабаха. Об этом Араик Рутинян заявил на встрече с группой жителей Гадрута. «Мы не отказываемся от Гадрутского района. Наша борьба продолжается, но мирным путем и посредством переговоров, чтобы мы смогли вернуть хотя бы территорию НКО», — сказал он. В то же время он подчеркнул важность предоставления социальных гарантий лицам, вынужденным переселенным с территории перешедших Азербайджану, и их обеспечение жильем. В частности, им было предложено временно обосноваться в ряде общин в разных районах непризнанной НКР. Он заверил, что угрозы возобновления войны нет. «Никто не сомневается в перспективе долгосрочного мира, особенно с учетом присутствия российского миротворческого контингента», — сказал Арутюнян. Ներկայություն այստեղ որևէ կասկածանքի տեղ չպիտի տա եւ երկարաժամկետ խաղաղության առումով որևէ մեկը չի կասկածում։ Հանդիպան ավարտին